Вот это еще отсюда надо забрать, да? Да это перенесем потом. Кусочки остались, Ольга, трубы. Так это профиля, да? Вот эти маяки. Это ж профиля, да? Да. Так. Теперь на какую высоту мы поднимаемся? Это ж трубы нам надо... Трубы надо спрятать будет. Ну, это сейчас он приедет уже, что я не буду звать. Это не ваше? Все надо будет отсюда убрать, чтобы оно нам не мешало. Это, Олег, получается уровень 7 сантиметров от труб, правильно? А 10 было, когда не было труб и не было вот этой штуки. Ну да. Или перезвонить, спросить еще раз у Саши за этот... Сколько надо сантиметров? Или 7 будет достаточно? 7-8 как раз нормально. 7-8 нормально. Так, есть. Убью я немного снег, подкидаю, вы пока делаете маяки. Что там куча снега. А Николай что тут делает, а? О! Я пришел проконтролировать рабочий процесс. Женя, не ставай на трубы. Коля, я столько их сделал, что у тебя столько лет тебе меньше, чем я их перестроил. Кого, трубы? Домов. А что это за хабутик такой? Вот он, что на рынок уже покупал. Так бетономешалка, да? Которая крутит ее. Четко, четко, как раз четко. Да, да, да. Это бетономешалка, она заливается и крутится вот так. А это цемент, да? Это хороший цемент? Это обалденный цемент. Украина. Вот эти метки надо идти. Срезай этот самый, где мешает. Ну я понял. Подрезаешь. Да. А тут? Нет. Я же тебе говорю, по ней по той метке надо идти. По той метке идти? По, да. А тут нету ее? Да. Где-то, не, должна была быть, где-то сделали электрику. Должна где-то быть. Должна быть. Вы с этой комнаты начнете, да? Да. Эту, потом кухню. Потом санузел, потом спальню ту, потом вот в конце, же песок, в конце вот эту. Ну конечно. И уходим мы туда в зал. И уходим в зал. Да. И последний будет зал. Так. Хорошо. И померяй. Что нам еще надо? Нам надо... Послушай меня. Надо отбить все маяки. Объясняю как. Натянуть шнуры. По шнурам вот сюда. И отсюда пойти туда, в комнату. Подбивать все... Через этот самый, через уровень, ты понял меня? Уровень, шнуры понатягивать и уровнем посмотреть, ну, чтобы везде все, это чистовая стяжка. Чтобы все одинаково было. Да, чистовая, не черновая, это чистовая стяжка. Вот, и надо было, только дверь закрывайте, чтобы тут потеплее было. Да. Чтобы меньше было. Чтобы, посмотри, как вы уже тянули, это расходы для маяков взяли. Я понял, это профиля, да? Профиля для маяков, чтобы ровно стяжка была. На глаз ты не угадаешь, только оставишь этот самый и по нем тянешь. Это их надо оставлять потом или это просто потом? Их надо не вытягивать. Не, их надо потом вытянуть, и они тебе, может, куда-нибудь потом пригодятся. Помыть их, вытянуть, и тебе эта пачечка, что-то где-то будешь натягивать, коробочек какой-то будешь делать, оно все пойдет, ты понял меня? Угу. То есть оно не пропадет. Это а тоже... что ты в кроссовках, те что? Заболеть хочешь? Не. Крутой вообще, да? Так. Он снимает. Так. Да, я все записываю. Все меня, фиксирую. Меня хоть не снимай. Все фиксируется. Я только кроссовки сниму твои. Кроссовки. Тебе красивые эти. Да, это дорогие кроссовки. Адидасовские фирменные, да. Это хорошие, да. Да. Правда, им уже лет и памяти нет, но тем не менее. Ну и что, зато хороший. Так, Олег, что я хотел сказать? Вообще не знали, как что повёрт и все. А как же ж они делали при советском? Все отвертками делалось. А это сейчас вы уже закрываете эту, да? Да, я
ремень поставил, натянул. И будете сейчас уже месить, да? Да. Ну, сейчас пока там пол ведра надо... Сейчас вручную замесим. А выставляем. Это просто для маяков, да? От этому пенопластиролучи, как он называется, ничего не будет, что он там, что мы ходим по мокрому? Нет, а что ему будет? Тем более, что сверху все равно сейчас мокрым будем заливать. Ага. Это уже маяки сделаны. Я вам покажу. А что он и косо как-то отмерен? Это так должно быть? Вот так наскосяк. Ну, так. А, то ничего страшного. Главное уровень, да? Конечно. Угу. Я ж буду не по низкам идти, а по маякам. Угу. Это сначала... Сейчас вот выставляется маяк. Я его закрепляю. Ага. Чтоб я его не сбил. Угу. Мне просто уровень надо вот этот вот. Плоскости, чтобы я ровно выставил маяки. Сейчас будет заливаться первая стяжка, да? И потом будет первая стяжка идти. Потом еще. То есть сегодня вы эту комнату сделаете? Я думаю, что да. Надо, Олег, темпи вальса, чтобы все поделать, чтобы быстрее, потому что будет свет. Начало всегда такое. Да, чтобы пойти. Начало всегда. Пока подготовишься, а потом, когда лить начинаешь, оно уже... А что ж вы с водой решили? Как вы будете воду таскать? Да так и будем. Ну а шланга не получится никак от Жени шланг взять? Да не получится, он замерзнет. Ага. Она пока сюда добежит и замерзнет. Вот он, парни закрыли сверху крышу, чтоб тепло им было, чтоб холод не уходил туда, и дуйку включат. И лестницу. Эту лестницу, наверное, вам лучше будет уже вынести на улицу или пусть стоит здесь? Да пускай пока стоит. Она вам пригодится еще, да? Пусть пока стоит, она не мешает. Ручка с водой. Вот еще видите, сколько осталось труб разных. Это вам надо побольше воды сюда натаскать, чтобы лучше было. Мне нравится, что батареи в этой пленке, что будут грязные, потом снимутся аккуратно и будут чистенькие. Ой. Самое главное, это не наступать на вот эти пластмассовые черные штуки, чтобы не ломать их. И на трубы. Саша так говорил. Уже видишь, тут уже кто-то вставал, вот уже проломленный. А это ваш этот самый, что дверь залаживал. Ну да, надо. Да, надо осторожно. Там, видишь, на кухне мало лазили, там нету. Да, мусор то, что не надо выносить оттуда, чтоб оно... Что там дуйка дует немного? Да. Что с ней на чуть-чуть? А, ну да, немножко дует. Потихоньку она будет дуть и больше. Это до этого такого уровня, до высоты нити будет пол, да? Да. Ого, то еще выше будет, да? Повыше даже будешь стоять уже. Конечно. Что, я тогда вас покидаю. Вы делайте себе спокойно. Олег, я тебе прошу, закрывайте двери, чтоб холод вам не заходил. Конечно. Включайте себе дуйку. Вечером дуйку не забывайте выключать. Вроде все. А вайбер есть у вас? Лампочку занесли, че не? А вот лампочку я не помню. Честно. Рано темнеет. А вот смотри, вон. А, вот все, она, да. Есть. Если что, свет у вас будет, переноску себе кинете. Дуйка у вас есть. Вот, потихоньку работайте. Не спешите, главное, чтобы сделать и ничего не сделать с трубами. Все, а вайбер есть у тебя, Олег? Не, нема сейчас пока. У меня телефон вилканул, и я взял... А вдруга нету вайбера? Нет. Ну хорошо, тогда я завтра уже. Завтра со скольки вы бы? Завтра пораньше приходить? Мы завтра... Крайний срок это с 8. Ну, а так постараемся пораньше. Хорошо, приходить пораньше, чтобы побыстрее сделать. Все, тогда я вас оставляю, делайте. Двери не забывайте закрывать и ворота, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, Олег. Что-то надо будет звонить?
Все, удачи вам. Хорошая, раз. Знаете, как я хорошо все расчистил тут. Снега уже мало, я лопатами все это повычищал. Сбоку порожек тоже, видите, вычистил. Тут лед было, куча льда была. Топор не буду, привезли на стяжку немного. Термос себе. И вот тут сбоку я тоже еще расчистил. О, тоже был снег, идите. Чугура понабрасывает целая куча. Еще. Вот тут, о, кого-то петушок. Еще вот тут я тоже расчистил. Сейчас выеду. Вот. Сам покажу. Сегодня часа два вот это все расчищал. Вот тут тоже снег. Сейчас буду выезжать. Тут не оставляю. Пусть работает. Вся куртка грязная, весь в пыли. Буду ехать уже домой. Все, ребята, пока.